Опыт ветеранов необходим в работе над региональными и национальными проектами. Об этом сегодня шла речь в правительстве региона. Представители старшего поколения могут не только оценить, реально помочь, и не только советом, когда речь идет о таких сферах, как культура, здравоохранение. Ветераны в нашей области активно принимают участие в формировании социально-экономических планов развития региона. Главная задача ближайшей пятилетки – это реализация нацпроекта. И здесь, конечно же, ваша активная позиция, она также будет опорой для любого настоящего ответственного руководителя. И если вы подскажете главе администрации, или даже губернатору, или мэру города, значит, на кого обратить внимание, кого поправить, это будет только на пользу. Это раз. Второе, я думаю, что вот такой активной своей позиции и участием в реализации многих мероприятий нацпроектов вы поможете продемонстрировать всем жителям Новосибирской области, что нацпроекты – это вот не какой-то замороженный инструмент для освоения бюджетных денег, и нацпроекты – это не для чиновников и подрядчиков, которые эти деньги получают, а в первую очередь для жителей